Конкурент. Че? Конкурент. Кто там? Фаерфото. Надо денег им еще, кстати. Откуда он снимает? Ну, там, почитаем. Ну вот, короче, всем привет. Теперь я могу и комментарии читать, и снимать вам все. Тимур.
Ну, в общем, сегодня повеселее народ едет. Так, на первой машине Надя, на второй Максим Седых. Ох, кто-то там жестко убирается. А это Петропавловский, похоже, да. Тут звук идет. Слышу. С этого? Да. Кто такой, блядь? Сейчас. А с кем он ехал, не ездил? Сафаров. Сафаров? Куда опять можно тыкать? По краю. Вова, привет. Привет.
Да. И вот маленький. Ближе к нам, между нами и кустом, он там приселся. И... его сейчас не видно. Спрятался. Короче, начинаем охоту на зайцев. Походу, они подкопались, что ли? Которые в Новосибирске особенно. Походу, это Нива на мосты у них села. Ха, Зарубин засадил Ниву. Что, пойти помочь, что ли, им? Надо, походу. Пойдем. Он в перчатке. Возьми в карман кил. Да я варежку не кил. Че, выехали? Как это? Да. Ну что-то двигается. Алло.
О, эфир идет еще. Даже кто-то смотрит. Нормально. Короче, мы тут отвлекались на спасение Анатолия Зарубина. Что, опять за Зарубин? Потому что он сунул свою Ниву. А он там, походу, опять встал. Туда, куда никто ничего не сует. Короче, шок-контент. Сейчас мы что-нибудь вам потом обубликуем. Мне кажется, он обратно сейчас в тот пригорок не заедет на эти разы. Да не, ему уже там накатали. Да, разгон, мне кажется. А у него жалобы? Вот он, герой сегодняшнего дня. Помаши всем зрителям ручкой, герой. Помаши ручкой, герой дня.
Сколько народу? 3 человека. О, офигеть. Как много нас народу смотрит. Целых 3 человека. 2 уже. Кто смотрит? Антоха Дрифт и Коля Николай какой-то. По бороде. О, Седых на своей, блядь, старлетке выскочил. Так, ну маленько отогрелись. Правда, снег еще не растаял, блядь. Костян, иди к нам. Иди к нам, у нас веселее. А чё ты боишься признаться, как вы всадили Ниву? Серега, Серега смотрит, как вытащить ему тачку. Что ты за маневры исполняешь, блин? А, можем зеркало даже сложить, блин. Давай. Что интересно? Вон уже интересный торчит. Давай. Батя. А где там кого-то отжал, блин? Ага. Что по итогу кто там? Что, судит, не судит? Да? Я просто смотрю, что он наваливает. Где уехать, кто не выходит. Короче, самый лютый инсайт у вас сегодня. Да, у меня же еще с прошлого года. Это Лехина Антонова. У него была 4-ка. Я у него отжал в прошлом году. Да, это же самая пустышка. 239 тысяч она стоила в 2012 году. Я ее взял за 229. 10 тысяч мне скидку сделали, ну там друзья. Таких машин нету, это эксклюзив. Потому что это тольяттинская сборка, и в этом цвете она только там производилась, в этой комплектации. Потом передали уже на 13-й год в Ижевск. Да, у меня, видишь, в машине сколько? Уже летом будет 9 лет, а на ней пробегу 25 тысяч. Но это такая резервная. Ах ты, блин. А, нет, давай. Твой телефон. Себе скачал? С фотки. С облака. А я не знаю, сколько там народу. 5 человек. Да я не вижу. Смотри, Егор, сколько? Один. Один человек и тот форс. 2. Иван Голубей. Голубей. Не крутится так? Crazy Car Style.
Костян, листай. А вы как будете судить, откуда? Нет, где сидеть будете? Ты же тоже причастен к этой истории? Там видео даже есть. А кто из вас будет здесь? Вы еще не решили? Воскресенье тоже с 12 начнете, как в прошлый раз? Раньше. После еще раньше? Ну, в прошлый же раз начинали, было в час, вы сместили на час на 12. Да. Да ладно. Но это же не говорит о том, что все в соревнования поедут. Конечно. Четыре группы и выпускали по 10 человек. Наверное, пока лед не кончится. Сейчас он ему всадит. Нихуя, блядь, смелый, блядь.
есть. Вон фотограф, который фотки делал. Почти. Ну и Даня тоже догнал. Опа. А я не слышал. Какой мотор? Нате вам. Ну, скайбусы, которые. Нет. Скайбусы уже. Вот это скайбусы. Скайбусы же капа есть. Да, ну. Ну. А. Ну, реально с мотоцикла, да? А как там цикл? Наверное, как-то приколхозили коробку. За миром не ездил? Я вот здесь. Здесь. А все, да? Ну, это группа. Здесь? Ну, наверняка. А сколько времени? 3 часа. Да? Да? Ну, вон же коптят машины, видишь, выглядят на питлейне. Только за счет снега и зацепился. Ну, он ездил в той группе, когда мы ехали сюда. Потом, пока толкали Ниву, была следующая группа. Вот дальше я не знаю. Вообще праздники были вообще только на вынос. Некоторые работали, да? Да.
Что, он тебе ничего не сказал? Кость, если закрыть, если закроют, напиши. Антоха! Слышит. Пип-пип-пип. О, пошла еще жаришка. Ну что, народ, оставлять эфир или... Никто не хочет. Нету зрителей. Как нам его остановить? Что тут? Да-да.